Не обижайся. Есть еще одно чудо. Это вечная любовь. А, вечной любви не бывает. Бывает, и ты сейчас в этом убедишься. На сцене Денис Майданов, Таисия Повали и Натали. Если в студеную зимнюю пору из дому выйдешь ты в сильный мороз, я подойду к тебе без разговоров и подарю миллион алых роз. Ты удивишься, за что эти розы, будешь их нюхать зубами стуча. Просто люблю дарить розы в морозы, просто любовь моя так горяча. Взять ты должна их без лишних вопросов, разве что тихо спасибо шепча. О боже, боже, какой же мужчина, я так хочу от него этих роз. Розы люблю, но не вижу причины не подарить также шубу мороз. И на морозе, чтоб розы не стыли, чтобы не плакать над ними потом, нужно в подаренном автомобиле быстро везти их в подаренный дом. Девушки, вы ничего не забыли? Если забыли, то вспомним потом. Женщины, женщины, как вы практичны, что ж вы все время машины, дома. А вы, мужчины, зато романтичны, только цветы, остальное сама. Можем зажечь мы далекие звезды и переплыть мировой океан. Если домой возвращаешься поздно, много чего рассказать можно нам. Так не дарить, значит, розы в морозы. Нет уж, дари нежелательно нам. Любим и ценим романтику, милый. Женскому сердцу нельзя без тепла. Ну а про шубу, так я пошутила. А ну пидоманула, чуть-чуть пидовела. Если я все-таки правильно понял, розы в морозы дарить хорошо. Если любить по программе по полной, даже не важно, что к розам еще. Можно, конечно, и что-то дополнить. Можно, но лучше любить горячо.